Привет, друзья! Следующая серия Castle Story. Выживание, прям суровое выживание, потому что в последней серии я получил полнейший разгром и пытаюсь реабилитироваться конструкциями, модернизациями и тому подобным. И, наверное, мне кажется, что вот сейчас, вот в данном случае, я вижу, что вот здесь слабое звено моей конструкции, поэтому мне кажется, здесь нужно немножко улучшаться. Поэтому здесь я сейчас прям, ну, как бы, как видите, я здесь назначил, ну, разные построечки, но вот здесь я сейчас прям упорно, так сказать, закончу, как бы это правильно сказать, там, ну, мою защитную конструкцию, потому что она, если вы помните, выглядит таким образом, что мы сзади строим стенки, и здесь в один блок у нас будет просвет. То есть это единственная вот такая модернизация, то есть в один блок. Вот. Вот как-то так оно будет. Притом их же в любом случае будут ударять. Вот этих вот. Тогда знаете, что здесь? Здесь вот так вот нужно делать. Вот. Прям другого варианта я и не вижу. Хотя вот здесь они будут слезать. Значит, вот так вот нужно сделать. Но это мы сделаем уже как бы на следующей волне, потому что сейчас тоже такой довольно-таки сложный момент будет, потому что сейчас будет защита. Я возродил единственного своего воина, который был потерян в последнем бою. Надеюсь на него. Вот так вот. Я, кстати, назначил фонари строить, но вот забыл назначить человечка туда. Ну ладно, это, в принципе, не критично. Так, осталось... Беги. Вот сюда вот вставай. Вот здесь вот так вот поставим. То есть, чтобы он... И туда стрелял. А, хотя, знаете, блин, вот... Вот здесь как раз-таки вот нужно поставить одного. Вот на этом углу нужен человечек. Ладно, ну что ж, господа. Будем надеяться. Очень серьезно я буду надеяться, потому что... Сейчас будет такой тяжелый момент. Так, все. Прошу вас. Давай, вот сейчас складируешь и все. Так. Складируешь и все, и вот этого вот так вот все. Блин, ну как ты мог промахнуться? Ну конечно же все, тут же его вот единственный промах его и все, тут же ему смерть моментально. Я, кстати, не защитил вот этот угол совершенно никаким образом, но пока что вот я оставлю здесь, наверное, лучника. Посмотрим сейчас, что будет происходить. Воин, дерись, воин. Ты боец, ты красавчик. Ты вообще бог. Этого пинают и шпыняют все, кому не лень. Но он держится. Так. Все, теперь гиганты. Но вот я вижу, вот здесь вот у нас прорыв. Блин. По-моему, у меня свои же попали в мой кристалл. Давай, расстрел! Беги. Ну, вот, вы видели, он реально думал очень долго. Беги. Беги, отлично, красавчик. Беги. Ребят, неужели... Так... Неужели я иду на прохождение без потерь? Есть. Где еще один? Так. Где-то еще один застрял. Ну, блин. Вот. Реально их стало больше. Раньше их было по двое. Я до этого же играл же. Ну, блин. ЖЖЖ. Так, где-то один застрял, да.
Вот здесь он уже застревал, поэтому я пошлю одного лучника на противостояние, так сказать, ему. Так, но сначала, наверное, давайте я назначу стройку, потому что нажмем на паузу. И как видите, здесь довольно-таки много чего нужно строить. Прям возводим, возводим первые баррикады. Довольно-таки важные баррикады. Так, вот здесь, конечно, бы еще... Нет, ладно, пускай... Пускай так, как есть все. Все, пускай и не строится. Плюс у меня еще возможность еще одного лучника сделать. Давайте я сделаю еще одного лучника. Вот прям на риск. Я знаю просто, куда его поставить можно. Хорошее место. Такое проклятое на самом деле место. Давай, а ты у нас будешь сейчас это... прям мозолить кому-то глаза. Ну давай. Жалко, они опыт не получают. Прикольно было бы, если бы они с каждым убитым монстром получали опыт, более точнее били, допустим, могли бы бить на опережение, навесом там и тому подобное. И воин также бы прокачивался. Это было бы интереснее, конечно. Но... А, я понял, почему он здесь вообще застрял. Он не может выбраться наверх, похоже, и не может спуститься вниз. Как-то так. Ну и ладно. Расстреляем его, значит, просто и все. Отлично. 15-я волна. Но так сурово на самом деле все творится. Вот лично на моем мнении. Очень так... тяжело, я бы даже сказал, все идет. Так, ну что ж, они у нас тут застраивают. И застраивают довольно-таки усиленно, я бы даже сказал. Давай-давай, быстро-быстро-быстро-быстро. Есть, успел проникнуть. Так. Первая, так сказать, защитная бойница. Как помните, в предыдущем прохождении у меня вот здесь вот был такой угол. И с этого угла тоже был прострел. Кстати, интересная мысль появилась у меня. А если, вот, допустим, вот не здесь как был, а как у меня здесь было, не такое делать, а делать такой уступ. То есть полностью он со стенами от земли будет, к примеру, так. Вот здесь вот посередине, то есть чтобы углы его простреливались, это раз. И плюс здесь вот, не здесь вот окошко, чтобы не туда смотрелось, чтобы это глухая стена была, а вот чтобы окошки смотрели в эту сторону и в эту сторону. А? Как вам такой вот вариант? Очень даже интересно, может получиться. При этом при всем это можно вообще сделать как вышку. Да. Да, у меня вообще мысли интересные появились, потому что... Блин, ладно, это мы посмотрим дальше. Может быть, я реализую что-то такое мега эпичное. Посмотрим, как оно пойдет и как оно получится. Это мы со временем, так сказать, решим. Так, здесь мы увеличиваем лестницы. Пролет лестничный. Темно у меня внутри моих пещер, и я думаю, пора помогать нашему молочку, потому что у нас, смотрите, у нас просто большая нехватка места. Так, здесь у нас не должно этого было быть же, я же здесь вроде бы сказал, чтобы, блин, и здесь тоже не должно было быть. Я, по-моему, нигде, да? Я же вроде отменял. Черт. Ну ладно. Так, вот здесь это... Или я эти две оставил специально? А, да. Да, все вспомнил. Вроде бы я их специально оставлял. Хотя нет. Здесь вот я тоже забыл. Похоже, некоторые моменты включить. Надо будет перепроверить все, в общем. Вот здесь вот уже железо добирается.
Короче, я где-то отключил, где-то забыл. Ну ладно, это не страшно, в принципе, можно это исправить всегда. Плюс, что мне сейчас смотреть, надо такими вот вещами заниматься. Потому что стройку я им и так назначил, ну, довольно-таки масштабную и большую. Им есть чем заняться. Плюс, вот, ребятки, вот это бы закончить. Давай, вот ты у нас как раз сбегай. Мы сейчас вручную попытаемся это все сделать. Да, это было круто. Так, лучник, ты что здесь делаешь? Откуда он вообще взялся? Давай сюда, вы быстро все встаем. Так, ты у нас ведешь. Красавчик. Заложил кристальчик последний. Воин на свою территорию. Ты быстро иди сюда. Так, все, готово. Вау, быстрее закрываемся, все. Будем надеяться, что все будет в порядке. Ну, конечно же, этого сшибают. Так, мне нужно следить за двумя вещами. Это вот за этим лучником. Смотрите, они прям реально вот сюда рвутся. И вот этот вот, что он? Почему он ничего не делает-то? А-а-а, блин, что творится? Что творится? Давай, все. Помоги вон там расстреливать. Так, убираем мусор лишний. 4 гиганта. Но смотрите, он прям, он настырно ломает вышку, смотрите. Он не то, что там... По-моему, такое чувство, как будто их умнее сделали. Так, быстренько перебегаем. Быстрее. Ну что ж вы какие медленные-то, а? Давай, ну! Ты не видишь, что ли, в кого... Ну вот смотрите, вот факт же и остается фактом, что вот... Ладно, все. Остался фактом то, что он просто стоял и вот... ну я не знаю даже. Вот. Я вот так вот подумал и решил, что... Ну не... Или... Вот, ну как еще назвать-то? Ну реально же полнейший тупняк был сейчас только что. Просто вот сейчас вот реально я могу проиграть из-за того, что... Отлично. Я честно, я даже... У меня дыхание даже остановилось. Я пока что... Блин, великолепная тактика вот эта... Тут надо не воина делать, а такой, знаете, спортсмен такой. У него накачанные ноги, он такой, в футболочке такой. Всегда готов к спринту такой. Все, отлично. Отлично, ребятки, отлично. Молодцы, все молодцы. Единственное, что у нас с каждым разом все меньше и меньше вот этой башни остается. Ее прям обгрызает со всех сторон и постоянно. Так, и поэтому мы давайте сейчас немножечко здесь ее починим. Буквально вот каким-нибудь таким вот способом. Так вот. Нет, даже вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. А здесь мы сделаем что-нибудь типа вот этого. А здесь мы ничего уже не будем делать, потому что там уже, мне кажется, и блок не поставится. Хотя даже вот этот, по-моему, не поставится, синенький. Ну ладно. Так, здесь нужно вот эти вот зубчики. Это убрать. И у меня, смотрю, есть... А, вот еще один бездельник, лоботряс. Или чего? Он зачем-то стоял и чего-то думал. Так, вот, кстати, вот здесь вот этот лучник получился, что он как бы, ну, невостребованный, что ли, получился. Так, как-то. Ну, давайте, ускоряйтесь.
Притом, при всем при этом, я могу еще одного миньончика сделать лучника, но я сделаю рабочего, потому что реально, реально же мне нужны рабочие, а не лучники. Так, по-моему, так. Не знаю, как вот здесь вот этого сбили, честно. Его каким-то образом сбили. Поэтому, наверное, я сделаю здесь такую же систему, как у меня была до этого. Ну, то есть вот такой квадрат я сделаю. Но немножко, как сказать, проапгрейженный, что ли. Я его где-нибудь вот здесь вот поставлю, наверное. Подумаем сейчас мы над этим. Да, вот где-нибудь вот здесь вот. Как раз такой вот угол будет просматривать. Вот так вот он будет стрелять. Вот так вот как раз. Отлично. Мне кажется, подойдет. Так, ладненько. Блин, темно, конечно. Ну ладно, это не такая темень, которая бы прям вот была неприятная. Это нормальная темень. Здесь все просматривается. Слишком много огня я не буду делать, потому что он начинает мешаться. Огонь будет только на вышках. И где кристалл я еще, наверное, поставлю. Это единственное место. Так, и сейчас, пускай они, конечно, полностью навалятся на то, что вот, вот на эту вышечку. Вот сейчас как раз там сколько вот нужно? Раз, два, три блока. Всего лишь три блока. Вот они сейчас возьмут как раз трое человечков и потащат туда, да? Три блока, и потом я назначу прямо здесь. Но сначала пускай именно три человечка возьмут три блока. Ну, хотя бы два. Ладно. Ладно, давайте два. И здесь мы продолжим обустраивать наше строение. Так как-то. Ну вот, что. Это будет последний этаж, и на нем я уже буду строить, как и всегда. То есть, и как и здесь, как и в предыдущей серии их было. Здесь я уже начну строить серьезное такое укрепление. Ну все, в принципе. Пускай они начинают разворачивать обширную стройку, потому что здесь именно это и нужно мне. Ускоряются пускай. Так, быстренько мы сразу перемещаем, чтобы этим не заниматься. Чтобы только разместить, в конце концов, разместить только рабочих моих. Ну, пускай они еще вот буквально несколько блоков принесут. А уже вот, вот этого братишку можно уже... Да, я его уже спрячу. Так. Вот, все, хорош, 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 все. Оп, все, отлично, всех мы убрали, все на месте. Надо будет не забыть, по-моему, их больше было, их чего? Их было больше, ребятки. А сейчас их 5, а нет, вот 6, все, вот, слились, слились двое просто. Надо будет, когда, если вот здесь вот война будет, когда этого, надо будет вот не забыть вот этого лучника переместить. Так, ну вот уже FPS начинает проседать, уже на 17-й волне начинает FPS проседать, блин. Жестоко, конечно, жестоко. Вот честно, жестоко. Все. Один сразу тут же вылетает. Второй тоже вылетает. Так, вот я не уследил, у меня убили воина. Притом убили... О, ребятки, да это прорыв. Это реальный прорыв. Нет! Нет, 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 нет. Ну что ж, почему лучники... А... В этот раз я, похоже... Как сказать? В своих силах слишком был уверен. И... Что-то пошло не так, скорее всего. Нормально. Ладно, это уже все, не важно. Меня победили не то, что гиганты. Ну, вот
Честно, в тот раз было по 2 гиганта, в этот раз по 3 гиганта. Может, здесь игра как-нибудь понимает, что до этого было бы мне как-то проще, что ли, или что-нибудь в этом роде, и поэтому так происходит. Я не знаю, честно говоря, почему так произошло. Наверное, я начну с самого начала, потому что либо я переиграю вот этот уровень, да, либо начну с самого начала, потому что как-то мне не нравится, как все это идет, как я реально проигрываю по каким-то непонятным причинам. Может быть, я не на том сосредоточился, не то я пытаюсь построить в первую очередь. Честно говоря, не знаю. А может быть, я и на этом закончу. Посмотрим, как вы на это прореагируете. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этой серии. С вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. Пока.